Всем привет, меня зовут Роман, это канал Роман Плей и Fortnite магазин предметов. Давайте посмотрим, что у нас тут исчезло из магазина, что появилось нового. Как-то магазин, честно сказать, я смотрю, даже вот он очень какой-то маленький. Так, скинчик Мания, ну он давно уже вышел, в 10 сезоне. Честно сказать, некоторые даже от него просто балдеют, просто порутся. Да, по мне так, ну, средненький такой скинчик. Ну, кого поиграть можно было бы, если было бы, ну, не знаю, покупать, как-то бы есть более такие интересные скины. Ну, чем-то, кстати, вот маска прикольно выглядит. У меня вот когда женские вообще скины, вообще так в реальности раздражает, когда татуировки на руках, это вообще, это, да, неприемлемо вообще для меня это. Так, поехали дальше. Зловещая бомбистка, довольно-таки такой классный скин. Сделано все круто. Рюкзачок ее. Кубик болтается на цепочке. Довольно-таки круто так вообще. Анимация именно сделана. Ну что, довольно-таки крутой скин, действительно. Зловещий знак. Вот эту я кирочку купил, как бы, ну. Радужная бомбила, я не стал там покупать, в принципе, они схожи. Как бы зачем? Это даже чем-то прикольнее, когда повторяешь. Такой. Тем более меняет внешний вид. Она еще довольно-таки круто. Хотя там тоже там та что-то делает. А зловещий летун. По идее, вообще дефолтный, ну, дельтапланчик, но он сделан так классно. Переливаются вот эти зловещие знаки. И тем более при раскрытии такой эффект и звук, это вообще, ну, как бы, ну, довольно-таки круто выглядит, как бы, так что дефолтным он совсем не кажется, хотя вот, ну, как бы, визуализация, да, он похож на дефолтный дельтаплан, но не, это совсем не так, здесь все сделано по-другому. В принципе, за 500 это вообще, ну, не знаю, очень классная покупка. Так, вернулся Козырь, к нам опять, недавно появлялся он, но решил опять заглянуть в магазин. Ну, стили простые, просто как бы масть карт. Как бы ничего особого так больше не меняется, просто маска. Рюкзачок довольно-таки классный. Ну, теперь он появился в двойных агентах в наборе. Там еще даже два стиля есть. У него черный, либо белый с золотом. И также рюкзак тоже меняется. Довольно-таки круто выглядит, вообще офигенно. Дельтаплан. Ну, действительно, дельтаплан довольно-таки неплохой такой. Типа сейф, да, куча мешков с деньгами, золотые слитки. Не, выглядит действительно круто. Да, действительно, и такой вот именно эффект раскрывания вообще как бы классно. Так, поехали дальше. Вот оберточка. Тоже как бы, ну, просто с... За 600 получается 4 обертки. Ну просто мастикард. Как вот красная, да, буби. Ну, так, выглядит, ну, тут это вообще, честно сказать, даже рябь. Вот на этих, да, он смотрится вообще классно. Ну, так, это крести, да, у нас. А, не трефы. Так. Ну, в принципе, то. На маленьком, да, нормально выглядит, а вот. Сейчас большой, наверное, о, опять такая рябь, короче, получается. Черви, так, ну, то же самое. Ну и пики. Ну, такой вот. Ну, в принципе, он действительно... Не знаю, как бы, с одной стороны, хочется его купить, да, с другой стороны, как бы, думаешь, блин... 2000 за это, 800 за это и что-то это. Получается довольно-таки дороговато, но от такого чисто ничего особенного, ну, такого вау вообще нету, ну, просто обычный козырь. Тем более сейчас у нас есть двойных агентов козырь, так что можно его и не покупать. Не, ну, кто хочет, конечно, пожалуйста. Так, Сорвиголова, довольно-таки теперь, ну, круто выглядящий скинчик. У него три стиля. Есть такой, ну, классический, да, потом в шлеме и потом такой же, но без шлема.
Рюкзак у него такой бейсбольный бит, там гвоздей натыкано, чтобы лучше билось. Довольно-таки круто сделан скинчик. Прогулка. Ну, не знаю, мне показалось, если честно, как-то дороговато за такую эмоцию. 500. Шарпа-прыгун. Не, ну, любитель эмоций, если честно. Расправа довольно-таки... А что не с волосами-то? Какой-то баг. У него волосы должны вот так вот они здесь, а они как-то не кверху. Не знаю, кого-то такое ощущение, либо на веревочках они, либо они ожили и куда-то хотят просто убежать. Они сами живут по себе вообще. Но это баг явно. Бывает такое. Вот недавно был баг у осы набора, как раз который стартер пак. Монитор есть челка, короче, была какая-то багованная. Из-за этого волосы как-то странно тоже были. Ну, бывает такое, появляется. Вообще скинчик топовый такой, довольно-таки классно сделан. Кирка у нее вообще офигенная, та, которая с цепочкой. Топорик вообще офигенно. Шаффл. Ну, такая энергичная, довольно-таки эмоция. Что классная, как-то эпическая. Так что кому зашла, можно прикупить. Бой с тенью за 200. Ну, такая прикольная. Вот это, кстати говоря, вот точь-точь так же использовалось. Был фильм «Я снова я и Ирен». Там как раз главный герой, это Джим Керри, он также там такие же стоечки делал. Оп-оп-оп. Точно так же, да. Довольно-таки прикольно выглядит за 200. Так, ну что, на этом магазин закончился. Черная манта покинула магазин со своими кирками. Надоело ей тут маячить. Так что она решила уйти. Ну, честно сказать, кто не купил, очень жаль. А так поддерживаем ТК автора. Поддержка это очень приятно будет мне. И очень круто это поддерживает канал и мотивирует дальше только улучшаться. А на этом магазин все. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, оставляем комментарии. Обязательно подписываемся на канал. Не болейте, будьте здоровыми, счастливыми. Всем пока-пока.